Черт, мы еще туда едем или нет? Туда, туда! Смотри, кто-то идет. Сейчас спросим. Эй, подскажите, пожалуйста, как проехать в деревню Ласково? Свет, мы проехали! Я не могла оставить у себя дом. Она ко мне пришла ночью, вся в слезах. Может, обратно? Ты боишься, это показывает твое недоверие к миру. Мы же сюда приехали над этим работать. Волк, что такое? Приветствуем вас. Что это за место вообще такое? Ты моя. Кошмары мучают. Будет больно. Что это все значит? Ночью лучше не выходить. Тебе нужно ему довериться. И все будет хорошо. Что вы делаете, а? Нам надо отсюда валить. Ты останешься здесь. Потом спасибо мне не забудь сказать.